И снова здравствуйте, Blender 2.81. И в завершении вот этих роликов по панде давайте рассмотрим анимацию, как с ним происходит здесь все дело, да? И в будущем, наверное, когда найдется информация, не могу найти информацию по деформации, это Mesh Deform применять или как, чтобы штаны там извивались или что-то с ними происходило. В будущем сниму именно этот ролик, если найду информацию, и уже будет завершенный комплект роликов вот от начала до конца, как что делать по вот этому персонажу. Давайте рассмотрим теперь, как с ним тут дело все происходит. Так, play. Вот такая вот простенькая анимация. Вот такие все движухи у него. Вот такая штука. Итак, есть вот персонаж Кунг-фу Панда. И минус тут в чем? Что нужно изменять немножко кости. Вот когда он начинает карате заниматься, вот нужно здесь поставить мягкие какие-то косточки, как в прошлый раз я показывал, чтобы тело плавно гнулось. Это я тоже постараюсь рассмотреть именно на его примере в будущем. Ну а сейчас давайте смотреть, как он меняет позу. Итак, вот он, панда с костями. Давайте на его примере рассмотрим, как тут все будет происходить. Нажимаем. Так, смотрим, работает он, нет. Это получается G. Вот. Такие у нее движения. Смотрим, проверяем косточку. Сколько у нее влияния. Так, ставим 2. Тут тоже ставим 2 влияния. Ну и на эти косточки тоже по 2 влияния. Ну и посмотрим, что с ним здесь можно сделать. Вытянем таймлайн. Походку я не буду делать, это уже я рассматривал. Давайте посмотрим что-нибудь ему эткое. Так, первую позу ему поставим. Ну, вот руку сгибаем. И эту руку тоже немножко вот так вот подгибаем где-то вот сюда. Ногу уводим одну назад. Вот так. Вот увидите, что и штаны с ним движутся именно с ногой. Прикольная штука, но корректировка не помешает. Надо искать информацию. У кого есть, напишите. Ссылку дайте, пожалуйста. Так, вот такая штука. Ну и немножко голову опустим. Или можно приподнять. Вот это будет... R еще нажать. И вот эту лапу, наверное, вперед вытянем. Вот так. И R развернуть кисть. Вот так. И немножко повыше ее. Ну вот что-то в таком духе. Прописываем А и положение вращения. Это будет первая поза. Перетаскиваем полозок и чего-нибудь ему тут еще попоставим. Так, берем позвоночник G. Немножко его усаживаем. Вот эту лапу G кидаем вот сюда. И немножко это все дело перекручиваем R. И немножко G возвращаем на место. Далеко отошла. Так, что тут еще не так? R. Вот так. И вот этот локоть G. Возвращаем чуть-чуть вот в такое положение.
поднимаем чуть-чуть кверху. Смотрим, как тут руки, что с ними происходит. Немножко G. Немножко R. Вот так, это будет вторая у него поза. А, и положение вращения. Так, теперь нужно... Так, смотрим, что с ним происходит тут. Руку вот так он перевел. Теперь будем делать ушу. Ставим его теперь в позу. Вот эту лапу ставим G. G уводим сюда. И немножко R выкручиваем. Так, еще немножко R. Вот так вот. Ну вот уже ладонь назад стала G. Чуть-чуть вот так уменьшаем. И вот теперь будет он наносить удар. Это прописываем А и положение вращения. Смотрим, что да как получилось. Вот так вот. Ну и теперь нужно посмотреть, как у него будет рот работать. Выбираем вот эти косточки. Смотрим, чтобы все выбрались. И нажимаем R. Вот так вот открываем рот. И вот эти косточки, верхние вот эти. Выбираем эту. Через shift зажатый и G поднимаем так раз выше веки и вот эту штукенцию руку G опускаем вот сюда и немножко R выкручиваем. А эту руку уводим назад. Вот так вот. И ставим ее вот в позу, типа вот сюда. Немножко R. Вот так. Ну и немножко тело можно наклонить R. Так. И вот это тоже. Вот так. А эту... G ведем вниз вот сюда же. И ставим А и положение вращения. Снимаем выделение. Вот такое прикольно у него вышла такая поза. Ну и смотрим теперь, что вообще получилось. Единица на нампаде. И смотрим теперь. Вот такая вот простая анимация. Так, теперь можно ему вот эту лапу выдвинуть вперед. G. Вот так вот. А эту вот именно в локоть загнуть. Вот таким вот образом. И немножко голову выкрутить. И тело
подать назад вот так. Прописываем А и положение вращения. Ну и смотрим опять же, что этакое вышло. Так, здесь вот уже на замахе все прикольно. Ну и пошла нога теперь. Вот эту ногу выбираем, жмем G. Эту ногу назад. Ну и тело немножко перекручиваем вот таким образом. И вот эту лапу уводим вниз. И немножко выкручиваем кисть. Вот так вот. G чуть-чуть назад ее. А эту лапу вот так вот. Ну и закроем рот. R. Близко не закрываем, чтобы косточки не соединились. Где-то вот так вот. Ну и глаза тоже теперь опустим. G. Сделаем его такого серьезного. И теперь R. И прописываем А и положение вращения. Находим косточки, отключаем спереди, ставим теперь сетку. Ну и посмотрим, что у нас тут получилось. Ставим 18 кадров. Все по-простому. Погнали. Ну так. Вот так происходит анимация. Простые манипуляции, движения. Ну, вот такой вот персонаж получился. У кого есть информация, опять же, повторюсь, за анимацию вот этих вещей, чтобы не добавлять дополнительные кости. Если вот сейчас кости добавить, то можно еще и штаны заанимировать движение. А вот именно, что может помочь, mesh deform там, или есть еще какие-то способы, анимировать вот штаны вот эти. Подскажите, пожалуйста, информацию, скиньте ссылку. Буду благодарен. Все, всем пока, до свидания.